Когда мне было 8 лет, я подарил мне мою первую цифру-кассету. Я подумал, что моя кассета закусочила ночь, потому что бит постоянно повторялся и смеялся. Когда мне было 8 лет, я подарил мне мою первую цифру-кассету. Я подумал, что моя кассета закусочила ночь, потому что бит постоянно повторялся и смеялся. Я подумал, что моя кассета закусочила ночь, потому что бит постоянно повторялся и смеялся. Когда мне было 8 лет, я подарил мне мою первую цифру-кассету.